29 сентября 2023 год, и афоризм дня на сегодня будет такой. Не страшно, если вы разговариваете с телевизором. Хуже, если телевизор вам отвечает. Написал я в декабре 2011 года. Про телевизор у меня что еще есть? Телевизор – это приспособление для превращения черепной коробки в коробку передач. Ну, кстати, наверное, ну, даже на ютубе у меня заставка стоит, это телевизор, это я в Люботине когда-то сфотографировал, город рядом с Харьковом. К ребятам, друзьям приехал, гуляли по полям, поля, луга, деревья, травы, посреди поля стоит телевизор. Сфотографировал, поставил на заставку, назвал фотографию, в ополе березка стояла.